Предложение о введении в России Дня студенческих выборов Миноборнауки приняли весьма приветственно. По их мнению, проведение всеобщих демократических выборов в студенческие советы позволит решить ряд проблем, связанных с недоверием большинства студентов. Мы решили узнать, как относятся студенты к совету учащихся нашего университета и изменится ли это отношение после введения открытых выборов. Я считаю, что если изменят полностью структуру, да, то есть студенческого совета, это будет гораздо лучше. Если изменят структуру выборов и сделают прямое голосование студентов, это скажется гораздо лучше на вузе, то есть на тех людях, которые будут сидеть, опять же, в этом правкоме и в советах. Я считаю, что голосование только студентов будет неэффективно, потому что, во-первых, студенты могут наобум проголосовать, после того позвали, ребята, проголосуй за нашего друга, ну, да, пожалуйста, подпись поставил, да и все. Либо они некомпетентны в этом вопросе, за который они должны голосовать вообще. А вышестоящее руководство, оно, как правило, уже разбирается в каких-то тех или иных нюансах, и, соответственно, им намного проще сделать правильный, адекватный выбор. Большинство студентов, наверное, 90%, не будут ходить на эти выборы по причине отсутствия, в общем-то, какого-либо желания участвовать и отсутствия знания об этих советах, как, например, у меня. Я не думаю, что это как-то какой-то интерес особый, ажиотаж вызовет у учащихся, потому что все заняты своими делами, там кто-то играет в баскетбол, кто-то сдает свой зачет еще с 5-го курса, не сданный уже несколько лет. Я считаю, что, наверное, все-таки должны выбирать администрация университета, потому что, ну, они, как сказать, они, ну, больше разбираются в людях, может быть, потом они могут помочь этому человеку. А студентам, наверное, это сделать сложнее, тем более в самом начале, когда они только приходят в университет, еще друг друга не знают, и мне кажется, все-таки более правильный выбор могут сделать учителя и преподаватели. Окажутся ли выборы действенной мерой, покажет время. Пока только известно, что возможной датой студенческих выборов станет Международный день студентов.